Современный комплекс по корму и убою скота открылся в Казгурском районе Южно-Казахстанской области. Здесь реализовали первый этап производства – строительство откормочной площадки на 6500 голов. Но уже со следующего года планируют увеличить мощности, откармливать до 10 тысяч овец в год и производить до 1000 тонн качественного мяса. Всего в хозяйстве 9500 голов скота, половина из них – овцы мясной породы. По словам руководителя хозяйства, в проект инвестировано 275 миллионов тенге. В будущем планируют отправлять мясо на экспорт. Мы планируем отправлять баранину в Иран и Турцию. Наше мясо пользуется у них большим спросом. Также интерес к нашей продукции проявляет Узбекистан.